Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня Миха и Андрюха. Привет. В сегодняшнем ролике мы бы хотели бы вам показать каяк от компании Perception, моделька Prodigy 12.0. Смотрим. По традиции, как всегда, с носа. Уже ставшая традиционной, как всегда, ручка носовая, она же и кормовая, такая же. То есть это нейлоновая стропа, и на ней резиновая накладка специальная, достаточно удобная для удержания руки. Вот. Потом идет лейбл, логотип компании Perception. Вот. И сразу за ним резиновая обвязка, под которую вы можете положить какие-либо вещи, необходимые вам. Потом идет сам кокпит, посадочное место гребца. Вот, оно здесь достаточно большое, то есть можно сидеть в развалочку, так как этот каяк рекреационный, каяк для отдыха. Вот, прогулки, собственно, вот по таким рекам, которые у меня за спиной, озерам, по гладкой воде. Вот, то есть вы здесь сидите спокойно, не зажато. Вот, посадка достаточно удобная. Специальные накладки в районе колен. Вы когда садитесь, чтобы вы упирались не в пластиковые вот боковые борта каяка, а вот специальные мягенькие накладочки. То есть это тоже придает свой комфорт. Отлитая в корпусе прям самого каяка, то есть тут видно продолжение корпуса, идет специальное посадочное место для сидения. То есть с отформованными всеми местами креплений, с усилением, которое связано с дном. То есть это, ну, достаточно жесткая получается конструкция, она у вас не будет там не заламываться, ничего не продавливаться. Вот, она упирается вот в эти ребра. То есть вот эти стойки, они упираются в ребра на дне. Они есть спереди, точнее сзади, за спиной две стойки, и спереди. На этой накладке тоже два усиления. Вот, и небольшая ниша там под, не знаю, подо что-то. Сюда бутылку не поставишь, так как сверху накрывается все достаточно мягкой накладкой. То есть при желании эту накладку можно снять, если вдруг она у вас испачкалась, и постирать. То есть она на автомобильных клепках, вы их вытаскиваете, снимаете. Вот, накладка эта достаточно комфортная и мягкая. То есть сидеть в этом каяке будет достаточно удобно. Спинка из того же материала и также снимается. Вот, регулируется бедренный упор, то есть можно приподнять вот эту вот часть, тем самым немножко расслабить ноги, ну, держать их вне напряжения. Вот, и регулируется высота спинки, то есть вы тянете вот за стропу, и у вас поднимается спинка. Вот, для того чтобы опустить ее, вы нажали вот эту вот скобочку, она у вас открыла, собственно, стропу, спинка опустилась. Вот. Если вы будете, ну, как бы облокотитесь на спинку, то у вас ничего этого не получится. Вот так вот это работает, поднимается, опускается. То есть тоже достаточно удобно, можно облокотиться на спину. Это вот у кого спина затекает, вот, можно приподнять, и практически как в кресле вы, получается, будете сидеть. Сразу за гребцом перегородка, это для герметичного бокса, то есть задний отсек он герметичный. Вот, и здесь достаточно большое пространство для вещей. Вот, сразу за спиной у гребца. Ну, то есть очень много сюда поместится, если вдруг вы соберетесь в какое-то там краткодневное путешествие. Вот, этого будет достаточно. С левой стороны от гребца имеется держатель для весла с небольшими
как сказать, с небольшим ребрышком, для того чтобы весло у вас не болталось, а убиралось вот в этот паз и фиксируется резиночкой. Вот. Не на всех так делают, но у Perception есть специальный хлястик, за который очень удобно тянуть. Вот. Мелочь, но приятно. Также в этой модели, естественно, есть упоры. Как и во всех модельках от компании Perception, они присутствуют. Регулируемые упоры. Так вот они исполнены. То есть за самим упором есть специальный язычок, который фиксируется в пазах. Сейчас покажу. То есть вот вы его нажимаете, он отходит и фиксируется потом вот в этом отверстии. Все достаточно плотно. Вот, ну и если видно, носовой отсек за упором, то есть упор отодвинут сейчас в самое дальнее положение для самых высоких гребцов. Но я вот с ростом там до 1,90 м спокойно сюда влетаю. Вот, гребцы повыше ростом 100% лезут тоже. Вот, места достаточно. За кокпитом у нас эластичная обвязка, опять для багажных вещей, то есть сюда можно убрать какую-нибудь герму. Вот, и собственно сам багажный отсек вот закрыт вот таким вот лючком, то есть он сам резиновый, и сверху такая пластиковая жесткая, она мягкая. Вот, но в то же время относительно самого полностью лючка она достаточно такая жесткая. Вот. Края резиновые, силиконовые. То есть достаточно. То есть плотно садится вот в эти пазы, которые держат сам лючок. Вот, и очень большой. Герметичный отсек, но в эти отсеки все равно рекомендуется убирать вещи в гермомешках, так как вода находит самые невероятные для себя отверстия и все равно проникает вовнутрь. Вот. Но отсек здесь достаточно обширный. Задняя ручка такая же, как и передняя. Вот. И у этого каяка есть возможность установки дополнительного оборудования. Это рулевая система. Здесь для этого все подготовлено. То есть уже есть отверстие под шток лепестка руля. Вы его сюда вставляете. Вот. С двух сторон есть специальные выступы для тросиков рулевых. То есть сюда вам остается убрать только саму трассу из трубочки пластиковой, которая идет также в комплекте с рулевым оснащением. И сам вырез для лепестка руля, вы когда его поднимаете, он убирается у вас вот в этот выступ. Точнее, не выступ, а вырез. Вот, чтобы он не болтался и фиксируется. Здесь специально ставится замочек, который фиксирует сам лепесток. С правой стороны от гребца также сделаны технологические места, да, штампы, куда крепится система поднимания и опускания рулевой системы. То есть сюда ставятся накладки специальные. Здесь даже вот помечены места, где нужно просверлить. То есть это вот такие вот кружочки в центре. Вот. Здесь сверлится отверстие под винтик, который держит эту накладку. То есть вот их три штуки. Третья, она как раз в районе гребца для удобства поднимания и опускания всей этой системы. Вот. Сейчас я вам переверну. Вот. Покажу, что нужно.
классическая форма дна, она практически одинаковая вот на всех таких модельках рекреационных. Вот, но не на всех модельках есть, собственно, такая пяточка. Пяточка для того, чтобы у вас не стиралась корма. Она сменная, вы ее можете открутить и заменить на другую, более новую и подходящую для вас. Вот. Просто если вы сотрете корму, то тут надо уже будет что-то придумывать. Вот. Из-за этой пяточки у вас этого не произойдет. Ребра жесткости, и также они придают стабильность курсовую. Вот. Ну, это еще и килеватость нос корма. Вот. Ну и вот эти вот ребра жесткости, они достаточно усиливают само дно. Вот. И дно не так сильно играет. Вот. И вот к этим же ребрам подсоединены, ну, как бы спаяно с упором сидения. Ну и осталось вам показать. Мы подобрали два вида фартуков. Один полный, то есть он закрывает полностью всю деку. И один такой неполный. Сейчас покажу, как он выглядит. То есть корма у него на такой резиночке. Такая вот конструкция, то есть ноги у вас закрыты, это вдруг, если вот ветреная погода, большое волнение, волны иногда там докатываются до деки, и если нету ни фартука, там ничего такого, то вода может попадать внутрь лодки, это не очень приятно. Вот, а как бы в жаркую погоду не хочется как бы закрывать себя полностью фартуком. Вот, поэтому был придуман вот такой вот, где вы, ну, не весь получается закрытый. Вот. И полноценный фартук от компании. Тут та же компания Harmony, что и первый. То есть это моделька Harmony Synergy. Да. Synergy, размер 52-22. Вот, он очень хорошо сюда встает. Также все достаточно. Также все, ну, очень продумано. То есть его можно сразу натянуть. Прямо на берегу для удобства, открыть молнию и залезть вот так вот в каяк и с берега, ну, там, просто столкнуться. Вот. Либо надеть его уже сидя в каяке, но будет не так, наверное, удобно. То можно и на воде сюда залезть, можно, когда, да, на воде. Сделана специальная ручка возле гребца, так как до дальней ручки вот до этой тянуться сложнее, естественно, для понимания сделана вот такая вот ручечка. Вот, и на носу сделан небольшой кармашек, он, естественно, промокает, поэтому сюда вещи, это, ну, телефон, допустим, в чехле, ну, какой-то небольшой, ну, не небольшие какие-то вещи, не объемные, сюда положить можно. И очень продумано ребро жесткости, оно не позволяет воде оставаться на этом фартуке. Вот. Как это выглядит, сейчас я вам покажу. То есть здесь вот специальная стропка, она регулирует вот эту вот высоту натяжения. Она, конечно, будет зависеть от ширины борта каяка. То есть у всех все-таки деки разные, вот, поэтому вот этой стропкой вы регулируете вот эту ширину. Вот, но
при этом фартук должен сесть в свои пазы. Собственно, моделька Synergy 5222. Липучка, да, то есть этот фартук, он универсальный, регулируется под всех гребцов, под маленьких детей, под больших дядек, так что очень как бы полезная вещь, особенно в непогоду, весной, осенью, даже вот нужная. Характеристики этой модельки: длина, значит, 120, 12 футов, 369 сантиметров. Ширина этой модельки 69 сантиметров. Ее грузоподъемность 159 килограмм и весит 24 килограмма этот каяк. Ну вот и все, мы закончили очередной обзор каяка Prodigy 12.0 от компании Perception. Вот, не забывайте нас поддерживать, ставить лайки, подписываться. Вот. А с вами были Миха и Андрюха. Всем пока. До скорых встреч.